Новые секретные записи от The Fuck Boom. Сегодня я расскажу вам о всех новых деталях в этой серии. Всем привет, с вами Кетос. И The Fuck Boom недавно опубликовал полную серию, и там были изменены некоторые видеодорожки. Давайте начнем, но перед началом поставь лайк и сабнись на канал. В общем, у нас есть 3 новые сцены, в которых нам чутка раскрывают дальнейшие события. Начнем с первой новой сцены, а именно продолжение, что случилось с командой. Тут мы видим, что команда идет к данным воротам. Это наполовину подтвердило мою теорию в прошлом ролике. После Иван Тузвен показывает жестом, а почему они не идут вперед, и Красный показывает ему, что там сейчас находится самый сильный скибидист на данный момент. И тут мы видим, что здесь те самые 3 скибидиста-инженера, которые делали скибидистов. И скорее всего, они докладывают ему всю информацию о команде агентов, которые сейчас находятся тут. И скорее всего, по этим постройкам понятно, что тут улучшают больших скибидистов. После Красный выбирает запись, и из передних ворот, где был джетолит, выходит скибидист. Передний камерамен уже приготовился, но скорее всего, они по-быстрому сбегут в данное помещение. Скорее всего, это будет какой-то склад. Я так считаю из-за того, что мы видим здесь натертости от ворот, а значит их часто открывают. Еще неподалеку от этого помещения находится место, где улучшают скибидистов, так что они идут в склад. Но в дальнейших сериях мы поймем, для чего. После запись обрывается, и Большой Твэмэн говорит. Скорее всего, Биг Твэмэн так сказал из-за того, что требуется усилие, чтобы связаться с камерой камерамена. А здесь Большой Твэмэн транслировал это минимум 5 минут, что скорее всего очень сложно. Но это теория. Начнем со второй сцены. А именно братского хлопка, когда ТВ Титан передает энергию и говорит. Он это сказал из-за того, что передал слишком много энергии камерамену Титану. И мы видим, что остальная лишняя энергия расходится по ядру. И камерамен Титан берет эту энергию, чтобы сделать смачный хлопок с ТВ Титаном. По данным частицам видно, что энергия ушла в хлопок. И после теперь ТВ Титан говорит спикер Титану. Это означает, что энергию он ему даст чутка попозже, если это будет надобно. Так что, ребят, не расстраиваемся. Все нормально. И последняя сцена на сегодня это данная сцена. В самом начале мы видим, что поменяли дизайн линз на квадратный. Это было сделано скорее всего для правдоподобного ношения линз, потому что круглые линзы прибоя могут легко спасть. И чтобы все логичнее выглядело, The Fuck сделал их квадратными, и скорее всего это делает анимацию чутка удобнее. Ну а давайте пойдем дальше. На этом кадре мы можем подробно рассмотреть новую пушку. Не в полном эпизоде, это был обычный дробовик, но в полном эпизоде теперь он напичкан разными улучшениями, и скорее всего он будет работать как дробовик, но теперь более усиленно. Также чутка изменили дизайн Большого Твэмэна. Теперь у него такие же устройства на телевизорах, как и ученого 2.0, что дает довольно мобильное использование телеков. На этом пока что все. Как говорил The Fuck, все 70-е серии будут просто пушкой, но скибидисты сейчас начали жестко проигрывать, и все ближе мы подходим к финалу. Но кто знает, что еще есть в планах у скибидистов, может быть они снова всех переиграют. Но это мы узнаем только в дальнейших сериях. Спасибо за просмотр, не забывай про свой лайк и подписку на канал. Желаю тебе удачи, всем пока, а с вами был Кетос.